Все. О, Володя идет кормить. Давай, открывай ворот. Я пойду тоже сам посмотрю кошек. А у вас включена запись-то? Да. Утро раннее, на улице еще темно. Ну, видать, кое-что там, где у соседей то сейчас стоит. Машина тут мигает, колонки. Большая, огромная машина. Вот. Вот, а двинь рукой, тут я буду тянуть за это. Задвижку. Вот так. О. Ой, руки мерзнут. Как же на севере ли не воды? Спаси, Господи, помилуй, братья. Вспомни, дрожь пробирает у печки горящей. Ну. Давай. Ну, идите вперед. Ну-ка. Так, надо открыть. Сейчас посмотрю, что тут у нас написано. Вот так заходить. Закрывайте двери. Так. О, заходи, я закрою. Рыбу несет. Покажи, что ты несешь, кошка. Надо помолиться. Господи, помилуй, будь милостью ко мне грешу. А это на ночь оставались открытые двери? Да. Ага. Ну ладно. Все обычно закрыто на замки. Сейчас аккуратнее, меня выпущены тут. Ну давай, чтобы не выскочили. Подожди-ка, я закрою здесь. Нет, ну ладно. Кто не поймает. А то, да ты шикай сюда. Так. Заходите. Ой, ой, хорошие черненькие мои кошки. Ой, они бегают тут. Вот они где бегают. А это Буска с ними. Закрывай, Володя. Вот он где. Знает, что пришел их кормилец. Вот они где. Погреб открытый. Вот они пошли. Я да. Тут завязываю. А? Завязываю. О, еще откроется, что ли? Ну, а кто я знает? Вдруг откроется. Буска туда забежала. Эти? Сколько у тебя их тут? Пятеро. Пятеро. Вот они выскакивают, а. На улице потеряли, спрашивают, где же эти кошки-то наши? Их подкармливали без нас. Придется мне туда слазить. Ты пока не давай, пока я слезу. Чтобы разделить между ними. Наглаживает их тут. Не упади аккуратно. Вон он еще вылазит. Ой. Кошки, кошки, вот они пошли. Все, туда, давай. Ну, давай скорее, лезь. Все, последний. Ты. О, я пошел. О. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Глубокий-то какой. Постой-ка. О, тут какие мощные балки. Так, сейчас я посмотрю балку. Раз, 40 сантиметров. Да еще вот. Да, черного пола было. Вот чем я занимался. Вот. О. Две стороны вот эти вытеплил. Самые холодные. Вон оно где. Там низ бревна сгнил. И оттуда прямо... Так, а что, кто-то пенил тут? Пенил и вот это закрывал. А кто пенил? Я все это делал, я же вам говорю. Ну, а что пенил-то я не знал. Ну, давай, как они тут. А где наша? Вот, под этим, да? Что, картошка, да? Да. Вот, вот. А это Буска. Буска, вот она где вот сидит с ними. Приучает их. Буска, она это, она все время в стороне. В стороне. Если подходит, она по морде сразу. Ну, ну, сейчас дать ей надо, чтобы тоже раздели им рыбу-то. Иди сюда, Буска. Буска, иди скорее, иди скорее. Но, иди скорее. Но, Буска пришла. Буска пришла. Отдельно положить ей можно. Ой. Буска, положи им-то маленько. Как она будет? А ну-ка. Маму. Ну, их-то сюда зови, зови. Их отодвинь, они то сидят у ней там. Иди, Буска. Вот она лапой на попути. Она никак не может.
На, Буска. Буска, иди скорее. Котеночек. Положи там, положи. Ну, он лезет, видите. Ну, все, она ушла. Все. О, на, Буска. Буска, Буска. Иди скорее. Видишь. Скорее, скорее, Буска. О, ешь рыба. О, как дружно едят. Вот они где. Да какие у меня кошки хорошие. Хвост трубой. Это вторая, это третья, это четвертая. Да все черныши. Ой-ой-ой. Вот рыба тут. А это отдельно. Ой, у нее вид такой суровый. Ну тут теплынь-то какая. Так вот за счет утепления вот этого пошло. Теплее стало? Конечно. То-то ты пропадал где. Ну, ясно дело. А это-то уже ниже земли вот это идет, фундамента? Ну, немножко, но он холодный тоже сильно. А как делать? Там раскопать и прислонить вот эту, хотя бы обломки каких-то этих-то, и засыпать? Нет, не обломки, а вот такие вот надо. Стоя их туда закапывать. Ну, на такую глубину не будешь же копать. Ну как, 80 сантиметров всего. Ну, это еще фундамент что? Весь. Почему фундамент? Ниже должно быть фундамента закрыто, потому что мороз-то сквозь землю проходит сюда прямо. Ну ладно, так я говорю про наружнее. Да я говорю про наружнее вам. Ну не знаю. У Игоря Глушко мы также сделали 80 сантиметров, выкопали траншею возле дома, возле фундамента, и вкопали стоймя. Еще? И у него, говорит, после этого даже банки, говорит, стали взрываться в погребе. Насколько тепло. Ну, пожалуйста, если охота вам устроить здесь Карабах. Да нет, тут такой жиры вот тут она, не будет. Банки. Это твое? Да, это наша капуста. А то в том, второй-то подвал, там не меньше объем его. Видишь, что-то валили туда, там, видимо, лаз был. Но это не мешает ничего. Ну, там подвал очень холодный. Там... Здесь теплее, а там вообще холодный. Так сейчас отделились от него? Ну, конечно, вот видите, все запечатано. О, ну давай. Так это надо вынести, наверное, отсюда. Эту-то? Да. Можно и вынести. Забрать. Сейчас я в случае еще... чего, эту банку. Сейчас я им еще каши дам. Дай. Простокваши. Каши. 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 С рыбой здесь. Это сушеная рыба была в деревне. Вот она где. О, три. Кастрюля. Третью тоже надо дать. А это и отдельно, Буски. Отдельно. Бой еще как. Она у нас фарисейка, отделенная. О, фарисея отделенная. Но. Буска, Буска. Ой, как она побежала скорее. Иди скорее. Давай сюда. Буска, иди сюда. Буска, Буска. Она боится, что ее закроют тут. Боится, куда закроют? Что закроют ее здесь. Так она еще на улице вылезла. Почему? Вон там она, в тропе. Там, туда. Ну так давай тогда это вытащить банку-то. Это вот специально кошек перевозить. Банкой назвал. Ого-го-го. Это у нас сегодня 25 ноября 2019 года, понедельник. Ну и все тут, я выключаю. Постой-ка. Опа. Вот я из-под пола. Сейчас он 8 уже. Вот она где, Буска моя. Давай скорее. Вот она где. Надо быстрее, а то не достанется. Она вон выскочила откуда. Ой. Она меня-то не боится. Признает. Не, не надо, не надо. Зачем? А? Пускай не бегают. Ой. Тут это надо двумя руками держать, тяжелая. Ну не упади. Угу. Вот оно что у тебя тут. О. Да, одно время. Давайте я. Все. Ну там смотри, чтобы не выскочила. Не пускай. Ты ногами топай и ширкой на нее. Шиши сейчас она уйдет. Только эти книги сразу на место, и на их надпись сбоку. Да, разворачивай да. Как надо.
аппаратуру, я пошел. Все, выключаю? Да, Господи, благослови это место. И защити. Аллилуйя, аминь. Аминь. Богу слава.